Камар Джубат, здравствуйте, всем привет. Не поверите, ребята, но я, по-моему, эту загадку разгадал. Ну, как загадку, блин, или как она называется-то? Ну, почему, то есть, бедные живут дольше и слаще, я вам скажу. Сейчас она будет подогреваться и сделаем, расскажем подробнее. Так, для супчика, тем более без мяса, понадобится. Ну, я просто на микроволны ставлю, короче. Раз, два, три и бабах. Такие вот пироги. Так, подняли, так сказать, с гаража последнюю картошку. Сегодня, которая июня, не помню, по-моему, 12-е. Сегодня будет матч Болгария-Грузия, сборная, то есть сборные будут за это самого, короче, ну, тягаться друг с другом. О, видно будет, да? Блин, штатива нету. А, вот так сзади надо. Извиняюсь. Но я в салфетках штатив открою себе. О, блин. А, по-моему, да? И меня будет видно, и вас, и всех. Короче говоря, ребята, ответ, естественно, прост. Я думаю, что все дело в питании. Естественно, я сейчас за умные вещи буду говорить. Короче, естественно, сейчас не всем легко, ребята. И, так сказать, все начали, естественно, поменьше зарабатывать, чем раньше, так сказать. И, ну, приходится, так сказать, от зарплаты до зарплаты что-то, блин, жевать что-то. Переживать и как-то так вот. Замечаю, блин, вот ни изжоги, блин, никаких-то спазм. Все прошло, короче. Ни мяса, ни колбасы, ни сосисок, блин. Понимаете ли, да? Ни рыбы, блин. Рыба вообще на речку, если пойдет что-нибудь там, выловишь чуть-чуть. А так вот на эти, блин. Супчик сготовила жена, там картошка, рис, чуть-чуть томат там. Ну, томат, да, согласен, он с консервантом. Ну, там же его чуть-чуть делают. Вот, повторюсь, 12 июня и закончились помидорчики, короче. Помидорчики закончились. Ну, как, ну, эти, знаете, да, закатывают на зиму. Вот. Что я рассказывал-то? Ну, естественно, всем желаю, чтобы кусок хлеба там. Ну, о куске сыра я уже, блин, молчу. Блин, сыр вообще уже стал как, я не знаю что. Везде все подорожало нафиг. Бензин вообще катастрофические цены. Все, короче. Так вот. И то есть, что я имел в виду-то? Почему они живут дольше, блин, чем богатые? Ну, бедных, естественно, я имею в виду в кавычках, ребята. Потому что вот все время едят вот супы, вот такие вот. Ну что там, зелень, картошка, рис и вода, блин, из-под крана. Никаких лишних вещей. Картошка и зелень со своего огорода. Рис не свой, естественно.
Если вот будешь вот так питаться, да, чисто, да, вот, наверное, будешь долго жить. Ну, там, без шашлыков, без хинкали, блин, хинкали вообще уже во сне снится. Пирожные всякие снятся. Вот жена испекла, вот, ну, яйца, так сказать, куриные, домашние, мука покупная, грецкий орех со своего огорода, сахар покупной. И что-то чем-то, не знаю, за это самую и в духовке, короче. Тоже без консервантов, да? Вот как-то так, блин. Вот такие пироги. Так что жить бедно не запретишь, бедно жить не запретишь, короче. А куда деваться? Ну, по-моему, я уже все сказал. Почему-то я всегда думал, что когда шашлыки кушаешь, снимаешь там видео, это круто. А вот когда суп, блин, супчик дня нафиг кушаешь, это уже... Не, на самом деле, ребята, вот, мне говорят, что ты ноешь, 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 потому что, как бы, после нытья потом у тебя сразу деньги появляются. Не знаю, посмотрим, вот видос запилили специально для этого, да. Посмотрим, деньги появятся или нет. Да. Наверное, все будет хорошо. Ну что, ребята, миру мир. Естественно, всем добра. Кто ищет мира и добра на этой грешной земле. Пока-пока. Супчик прикольный, я вам скажу. Ничего лишнего. Ничего лишнего. Вот так вот. И т.п. короче. Вот такие вот пироги. Кушай суп, вставай на лыжи, блин. А! Моя фирменная ложка. Эта ложка у меня уже... Блин, лет 20, как минимум.